Хвостатый бандит. Пошли. Пошли. Вот он вчера оторвался, да, вообще по полной силе, конечно. Вот, мне кажется, что в какой-то момент он даже устал, потому что за ним даже гоняться не надо было. Он сам подходил, когда его звали, и так: ну, возьмите, ладно, возьмите меня на ручки, посадите меня в сумку. Я уже согласен, все, я уже набегался. Вот. Для него там прям идеальное место в раздорах, потому что там, ну, не только нет машин, там еще и народу мало. В общем-то, там мало кто есть с собаками. Никто не пристает, не дергает. Потому что если гулять где-то в наших парках, обычно: ой, какой песик, и еще что-то. Постоянно надо следить, чтобы он далеко не убежал, не дай бог, кто-то его прикарманит. Вот, он просто носится так, что его иногда даже не видно, куда он унесся. А так он вчера просто супер набегался, весь вечер дрых, как мамонт.